23 декабря в зале районной администрации прошел 6-й форум органов территориального общественного самоуправления. В нем приняли участие руководители районных органов ТОС и глава муниципалитета Адам Джарим. Другого пути у вас нет. Вот ТОСы – это самый главный орган для любого поселения. Чистота, порядок. Мы не только обращаемся к вам по этим вопросам, пусть это будут выборы, пусть это какие-то мероприятия. Вы впереди, поэтому огромное спасибо. Главной повесткой дня стало подведение итогов проделанной работы за 2020 год и положительное влияние органов ТОС на жизнь граждан и поселений. Также руководители обсудили планы на следующий год. Приятным сюрпризом для участников форума стало новогоднее поздравление от артистов Северского района. Всем активистам территориального общественного самоуправления вручили праздничные подарки.